вот мы идем на наш поезд. Выбираться с поста поезда будет. Да, нам туда. Вот он, наш поезд. Ну, короче, походу мы в самом последнем вагоне едем. Третий. И второй вагон. Третий. Ну, у нас вагон нового типа. Вот он, наш вагон. Так, 8 марта, раннее утро, время 7 часов утра. Мы в Ачинске, потихоньку движемся домой. Вот. Полчасика тут постоим и дальше в Красноярск. Съемки из поезда, пушка замерзает.
Зайчинска. Почти. Так, это гудок.
это нет, был Запорожец. Для того, чтобы хорошо проделывать дорогу. Каток? Ну, каток. Почему каток? Все-таки полуторовка. Вот где, наверное, есть две матрешки. Почему машину назвали котом? Катятся, потому что и укатывают, и все. Может, тогда назвали бы укаток, каток? Укаток. Ты машину руку остряжал. Расскажи вообще по поводу движухи, вообще какие движухи? Да. Красноярск. Да. За постом это где? В смысле, последний пост не приезжаешь вообще? А у тебя кто мастер сейчас? А что, а не Леша там еще остался, что ли? Молодой. Это фигня уже, это нормально все. Самое главное, знаешь, что... Самое главное, надо, чтобы я приехал, и меня, чтобы... Я уже позвонил Антону, чтобы меня вообще никуда не определяли. Да. А я звонил уже, я еще у меня тут, короче, не только у меня. Ну, я вообще за себя, конечно, я переживаю. Я думал, что я в гостинице еще дня два поживу. Я просто пропуск просрочил. Да? А уже была такая ситуация? Была уже такая ситуация? Я на просто раз заезжал, меня же вообще там какими-то путями везли, я так и не понял вообще как. Ладно, Влад, давай. Давай, я приеду. Да я понял, понял, я приеду, наберу тебя. Там кого уже можно сразу подразделять, знать, 10 правильно.
Да, уже почти вот сейчас пару десятков минут. Сейчас они приедут еще все, наверное, не знаю, вот сколько я живу. Ну, просто здесь туда. Сейчас они приедут, я их соберу, всех список составлю. Так это им, да, ты мне везти там, где будут продлевать на посту или где? Да, это еще реально, куда мы едем? Ну я бы на базе бы пожил. Две можно в месяц вообще. 28 дней. Вообще не хочу работать. А что там по документам? Нормально, все не организовал. Добычем все в
остался? Стас. Стас, возьми мою сумку. Стас, ты мне друг, нет? Я бы даже два дня отдыхал. Скорее не поднимай, хоть воскрешать. Раньше квест-комнаты были, они остались еще, нет? Тут раньше же квест-комнаты были, они остались, нет? А, не знаю. Да и, понимаешь, переделал, потому что на одном и том же квесте долго выезжать не будешь. Поэтому одни закрываются, другие открываются. Ну, ты же вывод от такого. Ну, завод здесь был добавлен.
гороскоп прилетел. Это же там делится остановка. Вот где можно быть. Воспользуйтесь моментом, чтобы просто расслабиться. Да, да, да. Дойду. Так, ну вот, дамы и господа, я уже в Красноярске. Только что ребята меня довезли до Предмостной площади. Вот, сейчас мы немножко прогуляемся. И я поеду уже в Дивногорск. Как раз вот именно с Предмостной площади отходят автобусы. Ну, наш небольшой городок. Надеюсь, мне не придется долго ждать. Вот. Думаю, как у нас тут по наполняемости автобуса уходит, не по расписанию. Вот. А, ну вроде стоит автобус, но я еще немножко погуляю. Эта вот улица называется проспект газеты «Красноярский рабочий». Вы его уже один раз видели в видео по Сосновоборск. Ну вот там вот стоят мои автобусы. Ну, может быть, автобусы поедут, тут еще и таксисты стоят. Ну, посмотрим.
ждет. Стильная коллекция одежды для выпускников и родителей. Ваш выпускной станет еще ярче и памятнее. В стильных и модных образах от Астерии. 5% подарят завтрак, 30% цветы, 20% духи. А ты можешь сделать интересный подарок и выйти за рамки стандартов только со 2 по 9 марта. ДНС дарит скидки до 40% на смартфоны, фены, плойки, мультиварки. Любую технику, которая станет прекрасным подарком прекрасным девушкам. Удиви своих любимых. ДНС больше, чем кажется. ООО ДНС. УДРС 254 килограмма, 730 кг, 100% старик, 1% 150. Мечтаете о первосвязи в новой трехкомнатной квартире и собрали 6 миллионов рублей? Мечту? А что вы скажете, если за меньшие деньги мы предложим вам и трехкомнатную 70 квадратных метров и семейную парковку на 2 автомобиля в теплом паркинге? Согласитесь, это больше, чем ваша мечта. Квартира плюс парковка в Urban Smart на Краснодарской. Подробности 205-15-15. Заспросик на УСЗ Urban Prime. Квартира на сайте urban.ru. Ничего, да ударит подарок. Ничего, не трогай, я же тем, кто много говорит, молчаливым, серьезным, беззаботным и всем остальным. Все на площадь едем? Да. Да, да, да.
вот и все, дамы и господа, я в Дивногорске. Несмотря на то, что в поезде ехали ночью, устал, так как в плацкарте спать не особо удобно. Вот. Сейчас пойду домой, потом по делам надо будет походить. Ну а всех женщин, зрительниц каналов Евгений Варламов и жителей Дивногорска за благоустройство, я поздравляю с 8 марта. Вот. Ну, всем пока. Надеюсь, какое-нибудь путешествие очередное я тоже подсниму и выложу.